Добрый вечер. В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азат Джумаханов. Президент страны Касым-Жомарт Токаев лично проверил работу блокпоста в столице и поручил премьер-министру быть готовым к худшим сценариям развития. Глава государства призвал казахстанцев с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Все они принимаются ради безопасности населения, подчеркнул он. Аким Нурсултана и министры профильных ведомств доложили президенту о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции. Таким образом, сейчас на 7 блокпостах близ столицы задействовано больше 400 сотрудников силовых структур. А уже с 22 марта в городах Нур-Султан и Алматы полностью остановят авиа- и железнодорожные сообщения. Сколько времени продлится карантин, пока неизвестно. Работа важная, служба необходимая. Желаю вам успехов. Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин, невозможно. Видите, что происходит в мире, без решительных действий. Сейчас эту очень опасную болезнь остановить невозможно. Нужны согласованные действия, сплоченность. И, конечно же, приходится применять и такие средства, как карантин. Но думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан. По информации к этому часу зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество по стране уже 49. Это граждане, у которых подтверждено наличие в организме вируса COVID-19. Из них 22 факта в городе Алматы, 25 в Нур-Султане и 2 в городе Караганда. Все пациенты находятся в инфекционных стационарах, летальных исходов нет, сообщают представители Минздрава. Еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в нашей стране. По Караганде 2 случая. Это пассажиры рейса 0324 Минск-Караганда. Первый 1971 года рождения и второй 1972 года рождения. По Алмате 3 случая. Девушка 1982 года рождения. И также девушка 1979 года рождения прибыла к нам из Берлина. Второй гражданин 1997 года рождения прибыл к нам из Франции. Состояние всех больных удовлетворительное. Италия вышла на первое место в мире по числу умерших от коронавируса, обогнав по этому печальному показателю Китай. Согласно последним данным итальянских СМИ, в стране от коронавирусной инфекции умерло уже 3405 человек, а в Поднебесной 3245. В остальных странах мира общее число зараженных превысило 147 тысяч человек. Хуже всего, помимо Италии, дела обстоят в Иране, Великобритании, Испании, Франции, Соединенных Штатах и Нидерландах. К 23 марта текущего года порядка 5 тысяч казахстанцев, находящихся за рубежом, вернутся в страну. Об этом стало известно из официального заявления вице-премьера Республики Казахстан Ералы Тукжанова. По словам замглавы Кабмина, количество рейсов по всему миру значительно сократилось. Тем не менее, для казахстанцев были организованы чартерные перелеты. Его граждане, кстати, оплачивают сами. Волонтеры спешат на помощь. В период чрезвычайной ситуации не осталось в стороне и молодежь. Юноши и девушки оказывают максимальную поддержку нуждающимся жителям областного центра. Так, порядка 10 малообеспеченных семей получили от волонтеров бесплатные продукты питания и индивидуальные средства защиты. В списке добровольцев значится еще 5 семей. В ближайшее время им будут оставлены продовольственные товары и средства защиты. Стоит отметить, что медицинские маски волонтеры шьют сами. В этом процессе задействованы 2 группы. Одна работает на дому, вторая в офисе. Готовые маски будут розданы многодетным и малообеспеченным семьям. Стоит отметить, что в регионе насчитывается около 1300 волонтеров, которые продолжат акцию до улучшения ситуации в стране. Облыс тұрғындарынан
Со всей области нам поступают сообщения с просьбой о помощи. Это в основном малоимущие семьи, у которых нет возможности закупить продукты или приобрести маски. Поэтому часть наших волонтеров занята пошивом масок на дому. В целом в сборе и раздаче средств защиты принимают участие волонтеры и спонсоры области. Также нас сопровождает медперсонал. Медики проверяют температуру и состояние членов семьи. Это вся информация к этому часу. Встретимся в 17:20.